Пожизненный срок. Именно такое наказание будут добиваться для подозреваемого в убийстве боксера Сергея Лащенко, адвокаты семьи погибшего. Сегодня прошло первое заседание в Малиновском суде. Подозреваемому продлили срок содержания в СИЗО на 2 месяца. Более года он скрывался от украинского правосудия в России, пока не был объявлен в международный розыск. Задержан там и передан одесским правоохранителям. На первое заседание пришли друзья и родственники погибшего спортсмена. Это наш Сергей Лащенко, это наш был крестный. Как бы не успели, дети, конечно, не успели, ребенок не успел увидеть своего крестного отца, который, без сомнения, был самым лучшим, который всегда помогал, даже в тот момент, когда не было денег, он всегда мог помочь, а он отдавал последнее. На сегодняшний день я считаю, что материалы дела, они полные, они правильно направлены уже в суд. Есть свидетели, есть другие материалы, которые указывают конкретно на это лицо. Ну, как мы слышали, сам обвиняемый, он не возражал против того, чтобы содержаться под стражей. Я считаю, что это говорит о том, что он все-таки признает свою вину. В 2015 году в центре Одессы произошел конфликт. Чемпион Европы по боксу Сергей Лащенко и еще 2 мужчин получили огнестрельные ранения. Спортсмен был доставлен в больницу. Туда смог пройти вооруженный человек. Он застрелил Лащенко прямо в палате. Следующее заседание по делу пройдет 31 мая.